при поражениях ответ держать мне, так что не трогайте ребят, пожалуйста. Что касается волейбола, слабая наша подача на этом турнире и прием не стали для меня откровением здесь. То есть, в общем и целом, я был готов к этому как тренер. Что касается нашей атаки, то мы ничего экстра не показали, конечно, но и в то же время атаку не провалили. Игра на блоке против хорошего приема соперника на данный момент – это наши реалии. То есть у нас есть проблемы в этом элементе, мы знаем, что над ними нужно много работать, и как только у нас появится время, конечно, займемся вплотную. Ситуации, когда мы усложняем жизнь сопернику своей хорошей подачей или хорошей атакой, когда у нас есть стационарный двойной или тройной блок, когда мы знаем, что соперник будет делать, это катастрофа. Для меня это ключ, наверное, к нашим поражениям на этом турнире. Для того, чтобы забрать мяч обратно для атаки или заблокировать соперника, каждый нападающий на этом турнире просто проходил как нож сквозь масло через наш блок и защиту. Это, конечно, разрушает всю нашу систему игры. Также это очень сильно разрушает психику команды и в то же время придает сумасшедшую уверенность нашим соперникам. В причинах этого провала, конечно, предстоит разбираться каждому из нас внутри, ну и мне, конечно, в первую очередь. Главная загадка для меня, почему из казанского аэропорта вылетела одна команда, а в Белоризонте прилетела другая. Вот над этим нам нужно будет хорошенько подумать.